Смотри, как много киндеров. Давай из них сделаем машинки. Из этого киндера мы сделаем машинку-кабриолет голубого цвета. Симпатичная машинка. А теперь давай откроем киндер и посмотрим, какая игрушка нам попадется. Смотри, эта игрушка Покемон. Его зовут Бульбазавр. На спине у Бульбазавра с рождения имеется луковица, которая обеспечивает его энергией. Сделаем следующую машинку. У нас получился монстр-трак с большими колесами. Его элементы выкрашены в зеленый цвет. Он может ездить по любым дорогам. Посмотрим, какая в нем игрушка. Чармандер. На кончике его хвоста горит пламя, по которому можно узнать его самочувствие и настроение. Ну что, соберем следующую машинку? Ух ты! У нас получилась маленькая строительная машинка – самосвал. У него большой кузов, в котором он перевозит разные грузы. А какая игрушка там? Это тортфик. Он очень похож на черепаху, но в отличие от нее, он очень быстро бегает и прыгает. Соберем следующую машинку. Смотрите, из двух киндеров мы сделали длинный и красивый лимузин серебристого цвета. У него 6 колес. А какие игрушки в этих киндерах? Ух ты! Это Пикачу, самый популярный покемон. Он обладает электрической энергией, спрятанной у него за щечками. Не терпится узнать, кто будет в следующем киндере. Это Сквиртл. В случае опасности он прячется в панцирь и умеет очень быстро плавать. Какая чудесная коллекция у нас получилась! Ребята, напишите в комментариях, какой покемон вам нравится больше всего. Чармандер, Сквиртл, Торквик, Бульбазавр или Пикачу? А теперь полезный совет для наших зрителей. Если у тебя в семье есть домашнее животное, помогай родителям за ним ухаживать. Щелкни на картинку, если хочешь посмотреть следующий мультик. И не забудь подписаться на наш канал.